Депутаты приняли в первом чтении законопроект об изменении Конституции. Он касается введения единого дня выборов в парламент и в местные советы депутатов. Синхронизация избирательных кампаний позволит сократить расходы. Инициативным группам, которые представляют одни и те же политические силы, станет проще проводить предвыборную агитацию. Депутаты всех уровней избираются на 4 года. В Беларуси продолжается вступительная кампания. Сегодня абитуриенты проверяют свои силы в иностранных языках. На выбор – китайский, немецкий, французский, испанский и английский. Последнее слово остается самым популярным. Всего на тест зарегистрировалось свыше 26 тысяч человек. Вакцина «Спутник Лайт» поступит в Беларусь в июле. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пеневич. Сейчас в стране в основном применяется «Спутник Ви». Что касается ситуации с появлением вируса «Дельта» в Беларуси, глава ведомства уверен, ничего сверхъестественного в этом нет. Уникальный передвижной музей «Поезд Победы» прибыл в Могилев. Главная особенность выставки в том, что это полноценный движущийся состав, в котором можно погрузиться в истории реальных героев Великой Отечественной войны. В основе экспозиции трехмерные панорамы, живописные полотна и макеты в натуральную величину. Ночью в деревне Гончаровка горел дом. Огнеборцы ликвидировали пламя и спасли рядом стоящее жилище. Однако стихия уничтожила два сарая, повредила крышу дома и имущество. Пострадавших нет, причина ЧП устанавливается.